сделали, и не зря. Почему мы должны кланяться ему, а не он нам? Правильно. Наше решение, пусть едет сюда, и пусть с нами беседует. Сейчас даже если он поедет в Единцы, он выставит в том же зале своих людей, везде по всему залу, и каждый встанет из них и скажет: мы за то, что да, хорошо, мы согласны, да, мы за то, мы согласны. Но мы же не согласны с этим. Пусть он нам кланяется, но не мы ему. Это такое мое мнение. Если кто-то думает иначе... Мы, если не поедем, нас выставлят дурака.